Desires. Добро пожаловать на третий день российской недели моды. Сегодня нас ожидают показы таких дизайнеров, как Татьяна Чекиш, Елена Супрун, Марина Макарон Москоу и многие другие. Марина Макарон Москоу – одна из дизайнеров, которая представит свою коллекцию сегодня, в третий день российской недели моды. MTV, привет! Меня зовут Макарон Марина. Я начала раскручивать свой бренд в США, в Филадельфии, в Нью-Йорке. И меня по привычке называют мисс Москоу. И подходит и спрашивает: мы понимаем Марина, мы понимаем Москоу, но при чем тут макароны? Коллекция весна-лето 2011 года. Inspired. Как по-русски. Да. Черно-белое кино и музыка а-ля дуап. Модели выходят на финальную проходку. Показ завершен, зрители в восторге. Показ коллекции Чекиш начнется буквально через несколько минут. Девочки волнуются, как и сама дизайнер. Пожелаем им удачи. РФВ – это как раз, наверное, тот отсчет чего-то нового, прекрасного. Я была брюнеткой, я стала рыжей. Концепция – показать максимум кроя, фактуру, природные мотивы. Только уверенная девушка может позволить себе одеть вещь, наверное, которую я могу сделать. Предрассудки – это не про нас. У нас только трэш. Российской недели моды закрывает показ несравненной Елены Супрун. Вам уже приходилось участвовать в показах? Да. Большой у вас опыт? Три опыта у меня. Скажите, как бы вы описали стиль Елены Супрун? Вы знаете, у нее сегодня коллекция называется «La Femme». Вот, и в этом смысле она не изменяет себе никогда. Как бы вы сами описали свой стиль? Он мой. Что вас вдохновило на создание такой коллекции? Женщины, мои подруги. Что бы она ни делала, это всегда очень женственно. И очень почему-то всем идет, всем теткам. Поскольку ее всегда ходят в основном в показе ее подруги, то все ужасно счастливы. Знаешь, она как всегда умеет удивить. Вот все люди, которые приходят на ее показ, уходят действительно на таком поднятом, веселом настроении. Потому что Супрун, она сама как человек-праздник. Кого я люблю из русских моделей? Да, вообще. Девочек, мне очень много девочек нравится. Но единственное, я скажу, что сильно худых много. Very tall, very nice. Девочки все такие профессиональные. The model number one. Но нельзя так сильно, чтобы они были худые. Мы всегда не сторонники очень славянских и, скажем, такой традиционно сексуальной красоты. Ну, как бы модели все разные. В основном мы хотели такие немножко брюнеток. Ну, блондинку мы одну оставили, потому что она просто, ну, no comments. Вот только вот забыла, как ее зовут. Настя. Шершин, да, вот. Привет, меня зовут Настя Шершин, я модель модельного агентства «Президент». Привет, меня зовут Диана Оль. Меня зовут Джет, я из Black Model Management. Привет, MTV, меня зовут Оксана Ким, я из агентства «Президент». Привет, MTV, меня зовут Настя Зайк, я модель агентства «Президент». Меня зовут Алиса, я из Black Models. Я скажу честно, я не часто работаю в России, потому как большую часть времени я провожу за рубежом. Только что приехала из Нью-Йорка, я делала первую неделю моды в своей жизни в Нью-Йорке. Делала парижскую неделю моды, миланскую, часто в показах таких дизайнеров, как Лиса, Роберт Каваль, Ферре, Феррагамо. Я снималась для каталога D&G. Ну, на Западе я пока что New Face, но в этом сезоне я участвовала в миланской неделе моды. Я считаю себя востребованной моделью, не буду скромничать. Российская неделя моды. Несказанно важна, это наша родина. Это очень напряженно, к тому же я не из России, то есть я приезжаю сюда непосредственно на сезон РФВ, и меня загружают с ног до головы, то есть это кастинги, примерки, съемки. Кастинги обычно могут начаться и с 8 утра, и с 9 утра. В день бывает по 4, по 3 показа. А в день, ну, от 3 до 4 показов. За 6 дней. Сколько это получается? Много. Знаешь, очень много русских моделей за рубежом пользуются огромным успехом. Каких из них ты знаешь и любишь?
Ну, во-первых, конечно, безусловно, достойно уважения Наташа Водянова. Мне очень нравится по стилю, это Кейт Мосс, для меня она просто фаворит. Но из наших девочек мне очень нравится Саша Пивоварова. Обожаю Сашу Пивоварову за ее стиль, за то, что она на самом деле знает, добрый человек очень. Я работала с ней. Девушек, которые сегодня ходят по подиуму на Российской неделе моды, есть такой шанс стать одной из топ-моделей? Я думаю, что да, обязательно. Вот и подошел к концу третий день Russian Fashion Week. Остается еще 4. Увидимся завтра. С вами была Анита Пхоумик, специально для дневников Российской недели моды.